Прошу всех закрыть эти уши своими руками. И раздумывает очень любит только матери. Мать открывает свои глаза и находится никогда не нужно. Никакой логики не может быть, только эмоции. Короче, раз мафия, два мафия. Кто еще меня боится? Кто не хочет смотреть? И вот есть. Ага. Там посмотрим. Я пас. И ваше время. Ну ладно, получили как-то информацию. Вопрос номер два. Почему вы говорите? Я вам слова еще не давала. Но получаете первое слово. Ваше время. Окей, да. Я не знаю. Куда записать единицу тогда, если я красная игрок, она, ну не знаю, не, может быть она и, не знаю, слабо заскучена, может она и красная, так, может быть и не совсем заблуждается, понимаете, послушаем пятерку или девятку. А, вот, аж даже да. А, что вам предложить еще? Может, еще кто-то будет колоться, мафия? Поговоришь? Что, что-то знаешь, слышу? Интересно. А чего о шестерке? Красная. Понятно. 10 секунд. Хорошо. Ну что, желаю городу победы, мафии проиграть. Конечно, я не хотела бы, чтобы очень часто промахивались, потому что... И спасибо. Игрок номер 3, хорошо. Я буду играть по первому кругу с первого игрока. Я считаю, что... Нет, извините, надо воспринимать игрока номер один за то, что он есть. А игрок номер один сейчас дает свои интуитивные оценки. И он закинул замечательно совершенно в провокацию. Игроков номер два и пять. И девять, да. И десять. И десять тоже. Два, пять, девять и десять. Он закинул замечательно в провокацию. Не-не-не, ну вы сказали, что десятка краска. Да-да-да, я же не вышел, я не вышел, он назвал на волшебную. Сказал, что она с вами поговорила 2, 5, 9 и 10. Это было замечательно. А, значит, теперь, поэтому я буду играть с игроком номер один по первому кругу. 10 секунд. Конечно, она меня черная, не обижает. Да. А с игроком номер два, ну, окей, пока оставлю вас, ну, окей, буду с вами играть. Спасибо.
продолжайте говорить. Вот конец слова был, так что слушайте внимательно. Я думаю, что все дома моют уши водой, а не компотом. Что? Вошло. Я готов уже даже двойку выставить. Я выставляю. Да, потому что для меня двойка единицы доверяю, и речь двойки была очень черная. То есть уже по первому кону я понял, что двойка, черный игрок. Значит, по пятерке не знаю еще пока что. Послушаем пятерку, послушаем девятку. Ну вот двойка для меня двойка сейчас. Черная тройка. Тройка играет с единицей, я пока поиграю с тройкой и с единицей. А с двойкой, двойка, буду голосовать двойку. Так, десятка вообще не слушает, ему уже вообще не интересно. Может, он уже может пойдет домой, что поздно. Ну, если вам не интересно, что же, получается. Спасибо. Одну секундочку, как включить обратно или обращать только игроку номер 5, все остальные молчание, чтобы нажал. Два раза, да, вот три? Сейчас я принесу. Мой порядок. Не пользуйся айфоном, так что бейте. Давай только дам свой нормальный сайт. Я говорила, что только пятерка говорит, и больше никто. Я понимаю, почему десятка расстроена и не хочет вообще слышать ничего. Ну, в принципе, потому что он так не играет. Он не играет в эти игры. Значит, номер три очень веселый. Значит, либо он действительно весел, потому что вытянул наконец мирного жителя, либо он понял свою ошибку в прошлой игре, что он слишком был несчастный и решил сыграть на этом все часов. Ну, пока я, в принципе, с ним поиграю. Номер один. Для меня пока розовенький, несмотря на то, что она там сказала, что я хитро на нее смотрю. Хитро смотрю, пожалуйста. Вот, она насчет меня ошибается. Ну, по статистике из трех, да, вероятность большая, что одна мафия. Ну, я так просто дурака валяю, я не придаю этому значения. Номер четыре вы так вот выставили, номер два, да, мне не очень это понравилось. Ну, что на первом группе-то выставлять? Агрессивно? Нет, не надо. Но остальных еще послушаем. Вот. Ну, кто считает, что я чёрт? Время. И игрок номер 6. Ваш минут? Я предлагаю забыть все, что сказал игрок номер один. Вообще забыть. Это совершенно так невозможно играть. Это совершенно неинтересно. Теперь, а по речам очень не понравился игрок номер 4. Три сказал, что он поиграет с двойкой, а четверка берет и выставляет двойку и играет с тройкой. Что за черный ход? Если вы красный игрок и делаете такой черный ход, то до свидания. Я предлагаю вообще больше никого не выставлять, а проверять игрока номер 4 этой ночью. Не надо слушать. Не слушать надо игрока номер 1. Вот это не надо слушать, вот такая речь мне нравится. Теперь, вот если у мафии есть decency, мафия, я считаю, должна застрелить игрока номер 1. Я так считаю. Ну, вот, мое такое мнение. То есть, я был мафия, я просто застрелил. Спасибо. Игрок номер 7, пошли. Доброе утро, город. Я красный игрок. Просьба сразу к идущему. В следующий раз чуть-чуть тише музыку. Давайте уже чуть-чуть соседей уважать. Это раз. Второе. Если первый игрок... То, что сказал первый игрок, надо рассматривать просто как провокацию. Иначе об этом надо забыть. Потому что иначе игры не будет. Поэтому я согласен с этим игроком номер 6. И вообще, по раскладу стола, я не знаю, почему номер 4, или что номер 4 услышал в 2, поэтому я согласен с номером 6, который здесь был. Номер 5 для меня серый пока. Давайте действительно больше никого не выставлять, чтобы не получилось так, что кто-то уйдет. Потому что, как я помню, на первом круге уходит только если большинство стола голосует. Да? Спасибо. Игрок номер 8, ваша минута.
Я рассматриваю речь над арканом номер один как провокацию. И провокация очень удачная. И разговор сразу же начался, интересная беседа, было так скучно. В первой круге, теперь мне... Опять четверка. Да, четверка. Вот мне кажется, что провокация сработала именно на вас. Вы решили воспользоваться ситуацией и утопить красный аркан. Вот у меня такое впечатление, вот извините. Теперь, значит, что у нас? Единица у нас за скобками, мы увидим, как мафия будет стрелять, и будет ли она попадать. Номер два у меня, в общем-то, тоже за скобками. Номер три сказал правильно. Номер четыре вот у меня очень-очень темный игрок. А пять и шесть, если нормально сказали. Поэтому меня тоже давайте. А вот, мне не нравится, что действительно номер 10, ну просто спасибо. Не смотрит. Игрок номер 9, доброе утро, город. Красный игрок. У номер один, когда она сидит со мной за столом, я всегда черная. То есть я могу даже просто это сам на видеокамеру фотографию делать и там подписывать. И опять я была названа черной за то, что посмотрела, например, на игрока номер 6. Вот, соответственно, я буду смотреть все-таки, как кто чего делает, говорит, голосует, а не что назвали это самое по первому кругу, да, это самое, глядя на стол. Значит, мне не понравилось тоже, значит, решение игрока номер 4 выставить, поэтому, да, я предлагаю второго никого не выставлять и дальше это самое смотреть, что будет. Я не считаю игрока номер 5 черным игроком. Вот, я считаю, что он красный игрок. Я думаю, что номер 6 тоже красный игрок. Вот, по номеру второму. Ну окей, я не знаю, ваш цвет я не даю. А на данный момент у нас выставлен такой игрок номер 2 и слово игроку номер 10. Вставляю игрока номер 1 на голосование. Сейчас мы упростим всем игру. Поднимем игроков 2-1. Вы тоже убеждены, что двойка черная, правильно? Вместо того, чтобы мафия кого-то будет стрелять, просто поднимем 1-2 и так продолжим играть спокойно. 1-2. 1 говорит, что убеждена, что двойка черный игрок. Все. Пилим так. Голосует игрока номер 2, игроки 7, 8, 9, 10, 1. Все остальные не голосуют. 7, 8, 9, 10, 1 голосуют игрокам между 2. Поднимаем двоих игроков и... Что? Что? Короче, мне так неинтересно, ребят, мне серьезно так неинтересно. Почему? Потому что я считаю, что двойка для меня сильно подозрительный игрок. Девятка для меня точно черный игрок. Соответственно, игрок номер 1 становится у меня красным игроком. Если пятерка поговорил неплохо, он, по крайней мере, проявил гибкость. Неважно, какая разница. Это уже будет игра, это не будет пальцем. Нет, вы пришли сюда, чтобы гадать, или пришли сюда аргументами бороться. Я не хочу так играть, я просто категорически против раздавания вот этих цветов. Спасибо, пас. Отлично. На голосовании в этот день выставлены два игрока, 2 и 1. Я попрошу убрать цветов и опти со стола. Сейчас мы будем голосовать в следующем порядке. 2, 1. 7, 8, 9, 10, 1 голосуют 2. Здесь вы получаете второй фол. Голосуют те, кто хочет, чтобы двойка ушла. Спасибо. Это 5 голосов. Остальные 5 и будут за единицу. И 30 секунд двойки. Тройка не знаю. Будет так нормально, правда, читать. Четверка, да, не понравилась. Пятерка вот такая мне понравилась, как раз вот говорила. Я не думала, что это черный круг, сказала единица. Шестерка, ну, разумно говорит. А кто мне еще? Насчет семерка я не знаю, не совсем мне понятен. А восьмерка пока тоже розовенький, девятка не очень. Спасибо. И слово предоставляется игроку на ноле. Я очень хочу, чтобы город сейчас убил игрока номер 2. Это мафия. Вы почему опять отводите глаза на меня? Я уверена в этом. Сидят. Я не ошибаюсь. Игрок номер 6, первый фол. 7 секунд. Стреляйте, игрок номер 6, он шериф. Игрок номер 10, вы получаете третий фол. Игрок номер 1 закончилась речь. Сейчас мы снова голосуем, поскольку была автокатастрофа. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул стол? Спасибо.
Подождите, пожалуйста, руки, я не успела даже сосчитать. Раз, два, три, четыре. Я вижу только четыре руки. Так, а остальные руки уходят за игрока номер один. Игрок номер один, ваш прощальный номер. Ну что, сейчас будет счастлив игрок номер 10. Игрок номер 5 больше всех. Ну еще игрок номер 3. Потому что я освобождаю стол. Удачи городу. Игрок номер один покинул стол, соответственно. У нас наступает ночь. Всем просьба одеть маски, закрыть глаза, подвинуться от стола, убрать локти и закрыть уши. Дайте мне одну секундочку, я сейчас поправлю звук еще, чтобы не было с этим проблем. Ну что, пока не скоро закроют уши руками. Он красный. Ну, как бы для меня по предыдущему дню двойка и девятка черные. А третьего, ну, сами ребята. Что вам еще могу сказать? А кто меня хотел убить, мне не очень понятно на самом деле. Шестерка, что меня хотел убить? Ночью я вот сидел рядом. За что? А меня, за что меня ночью убивать-то? Лучше кот. Значит, 2, 9, 6. 6 красных. А, ну... 10 секунд. Не знаю, нет, не проверили, нет. Да, может быть, да, хороший, мне нравится. 2, 4, 9, мой лучший ход. Спасибо. Вставать можно? Да. Следующее слово получает игрок под номером 2. А, не поняла, кто сломал голосок. Так, что теперь? Игрок. Мне четверка очень не нравится. Хорошо, я выставляю. Уверена? Я хотела бы еще послушать. Ну хорошо, для игрока номер 9, потому что я с девяткой бывало такое, что она ломала голосовку, когда была черная. Хотя часто для меня кто-то сломал голосовку, на самом деле красную. Ну, бывает, забудешься, потому что это довольно очевидно для мафии. Так, ну вот пятерка оказалась красным. Четверка для меня довольно теплый игрок. Спасибо. Игрок номер 3 больше, да? На самом деле все нормально. Единственное, что предыдущим событием меня беспокоит, это я уверен, что это не так, но пятерка не ушла самострел. То есть если бы пятерка ушла самострелом и окраснела десятку, для нас это было бы очень плохо.
Но я не могу представить, что это произошло. Поэтому играю с десяткой. Больше шерифов нету за столом. Просто сейчас шериф ушел, все, больше шерифов нету. Хорошо. То есть потом будет поздно открываться. Я потом не приму никакого другого шерифства. Вы не шериф? Вы тоже не шериф. Вы тоже не шериф. А, вы красный. Вы проверенный красный. Отлично. Значит, вы проверили красный, а четверка вы ничего. Ну и замечательно. Тогда для меня сейчас черные игроки это 9, 4. 10 секунд. А вот кто третий? Давайте. Я посмотрю. Для меня на самом деле сейчас 6, 7, 8. Спасибо. Игрок номер 4, ваша минута. Я не согласен с игроком номер 10. Потому что игрок номер 1, сколько книг должен был прочесть, чтобы сколько он должен знаний имеет, чтобы мог на каждой игре, она никогда не ошибается, когда красным играет. У нее опыт. Почему вы считаете, что только логикой можно в эту жизнь? Она подглядывает. Она не подглядывает, мы уже проверяем. У нас... Значит, я считаю, она ошиблась в пятерке. Я думаю, 2,9. Для меня 2,9 продолжают быть красными, черными игроками. Значит, 9 выставлен. 9 уже выставлен? Да. Я буду голосовать сейчас 9, а потом будем выносить двойку, я думаю. 10 секунд. Так. Не знаю. Все остальные для меня сейчас двойка, у нее очень короткие речи. Спасибо. Игрок номер 10 получил 4 фола, поэтому он был вынужден подняться из-за стола. Удален сыграть. Игрок номер 6, ваша минута. Если сейчас думать даже не надо. 9 сломал голосование, 9 уходит. Все, без вариантов. А вот дальше. Не знаю, у меня нет такой уверенности, что 2 черный игрок. Мне не нравится. Нет у меня такой уверенности. Вот мне ни тройка, ни четверка не нравится на самом деле. Мне оба не понравились. И мне не нравится игрок номер 8. Тоже мне не нравится. Вот так вот. А в двойке у меня уверенности нет. Я вообще вот просто не хочу играть по такому завещанию. Если это так, то надо сразу прекращать игру. Просто вставать. Мафия должна встать и это самое, сдаться. Потому что я так играть не хочу категорически. Мне, например, по речам, мне не понравился игрок номер 4 по этому кругу. 9 сломала голосовку, сломала голосование, она уходит по-любому, без вариантов. Спасибо. Игрок номер 7, почему-то. По первому кругу нет. Игрок номер 2 был совершенно никакой, по этому кругу у игрока номер 2 была очень неопределенно черная речь. Значит, игрок номер 3 пока мне непонятен, но вроде будет красный. Игрок номер 4 по прошлому кругу, и поэтому мне кажется, ну, темным, скажем так. Игрок номер 6, я с ним по первому кругу играл, потом была вот непонятка, значит. То есть в настоящий момент по этому кругу я буду голосовать против игрока номер 9. Я еще хочу послушать в следующий раз игрока номер 2, потому что у меня вот между 2 и 4 следующее мое следующее голосование. Ну, если только не возникнет какая-то новая информация. 4 красные. Ну, очень много будет. Я ж пока еще не возражаю. Все, спасибо, класс. Игрок номер 8, вы понимаете, что у нас, наверное, критически сейчас просто. Сейчас критически. У нас ушло 2 проверенных красных, которым мы верим, по крайней мере. Удивительно, что тройка еще сомневалась, ну ладно. А один мы не знаем, но вроде не все красно. Значит, естественно, сейчас никого, кроме 9, вообще не нужно обсуждать. Раз она полумала, она, наверное, будет противовесить еще раз. А против единицы. Мне очень не понравилось 2, то. Как мы уже, я умолял ее, чтобы она выставила 9, и вы сомневались, вы просто отказывались. И под конец я уже настолько настоял, что вы ее выставили, но это было слишком поздно. Теперь, номер, да, вот может быть и вы тоже, номер 6, следующий, я просто по черному говорю, все остальные красные. Номер 6, у него такая была утрированная реакция, когда он видел 5, это как будто, вы знаете, Бог с неба зашел, так вот, как. Спасибо.
Слово «Бог» — это замечание. Я слышала, я не успела даже рот открыть, я успела сказать спасибо. Только вы получаете первый круг, и номер 8 получает. Я, конечно, извиняюсь жутко, что я сломала голосовку, но при этом я думала, что мы будем голосовать, оставлять или поднимать обоих. И я видела, как номер 6 говорит, что надо оставлять, и поэтому я решила не голосовать, чтобы всех оставить. А тут оказывается, что мы заново начинаем голосовать за всех, чтобы по очереди за этого и за другого. Ну, извините, так получилось. Опять же, стоит меня выносить как красного игрока только потому, что я... Ну, машите, но вы же сами говорите, это самое, какой-то критический круг. Может быть, мы посмотрим, найдем настоящих черных взамен. Просто когда все собрались, все решили, все друг это самое вместе объединились, и давайте только потому, что я отвлеклась, давайте меня сейчас дружно поднимем из-за стола. Ну, я не знаю, я не вижу. Если, конечно, там, допустим, вы меня поднимете, и вы каким-то образом все равно еще выиграете, ну выигрываете. Я выставляю номер 4, на самом деле. Мне это меньше нравилось, как... Спасибо. И у нас на голосовании в сегодняшний день выставлены игроки 9 и 4. Собирают руки со стола. Голосуем в следующем порядке. 9 и 4. Кто за то, чтобы игрок номер 9 покинул стол? Спасибо. И я вынуждена объявить победу мафии. Кто мафия? 2, 3 И 8. Нет. Подожди, 9. О!